сегодня готовим грибы с начинкой. Да, начинка у нас это фарш свиноговяжий. И ножками, которые мы удалили от грибочка. Мы фарш обжарили с лучком. Потом добавили ножки порезанные. Все это потушили. Обжарили. Сначала обжарили фарш, потом ножки. А все это у нас ушло минут 15. И добавили столовую ложку сметаны. Еще потушили 5 минут. Тоже 20 минут у нас готовится фарш. Сейчас мы будем наш фарш накладывать вот в эти вот чашечки грибов, шляпки грибов. Накладываешь. Берешь грибочек вот так вот ручку и ложечкой накладываешь. Вот так вот на тарелочке держишь, чтобы у тебя ничего не просыпалось. И накладываешь. Все правильно. Еще. А сверху мы будем посыпать чем? Соль. Мы уже нашу начинку посолили и покрутили. А вот следующий еще большой. На большой грибок можно побольше сыра положить. Давай уже по порядку. Вот так все быстро и просто. Красотушки. Где-то минут 20. Отправляем. Пока-пока. 20 минут ждем. Все верно. Сейчас будем пробовать. Пробуй. Пахнет просто волшебно. Обалденно вкусно пахнет. Пробуй скорее. Настюша, пробуй. Кусай. Ай, как. Ой, как вкусно. И это на тарелочке. Кушаешь? Вкусно. Ну что, готовьте с нами вместе. Вместе это. Фаршированные грибочки с сыром. Да. Очень вкусно и быстро. Да. Пока-пока. Пока-пока.